Как льва считают царем зверей, дуб по праву можно назвать царем леса. Для Чувашии могучее дерево имеет особое значение. Наши предки считали его священным. У жителей Маргаушского района есть особый повод гордиться своим уникальным деревом. Сегодня в Ильинском лесничестве специалисты Московского центра древесных экспертиз провели обследование дуба, выдвинутого названия памятника живой природы всероссийского значения. Ильинский дуб – ценный природный объект. На сегодня это самый крупный дуб Чувашской республики. Ему 480 лет. Диаметр ствола – 182 сантиметра. Высота памятника природы до повреждения молнии достигала 26 метров. Сейчас 20. Памятником природы республиканского значения, старейшиной чувашских дубов, дерево было объявлено в 1981 году. А в 2000-м его включили в единый пакет кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашии. Действие прибора основано на сверлении. Внутри находится тоненькое сверло совсем, 2 мм толщиной всего, длиной 45 сантиметров. Погружается в ствол и по плотности определяет, если гнили. Если есть, то программа потом выдает процент гнили. Дуб уже внесен в реестр старовозрастных деревьев России. И нынешние обследования, если будут соблюдены все критерии, позволят присвоить природному памятнику статус «Дерево – памятник живой природы». Тогда государство возьмет его под свою охрану. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.